Всем привет! Сегодня покажу, как вязать мормышку чертик с петелькой и без петельки. Появились у меня вот такие чертики. Чертик спичка и чертик муравей. В этом сезоне, я думаю, они будут очень часто мелькать в отчетах по ловле на безмотылку. Как уже говорил, хочу немножко спуститься на более низкие глубины, ниже 3-4 метров, вот, с умеренным течением, либо попробую ловить густеру и другую сапу, ну, подлещики, естественно, на паровоз. То есть паровоз — это когда внизу большой черт висит, и чуть выше 1-2 черта располагаются, либо мелких чертиков, либо тройнички, и на цевьё тройничка одет какой-либо кембрик цветной. Ну, в большинстве случаев это красный, белый, желтый, что-нибудь такое. Лесочку я взял толстую, черную, специально, чтобы на белом фоне было хорошо ее видно. Как что вязать. Лесочку продеваем. Вот леска вышла. Чертик у нас спокойно ходит, свободно. Здесь петельку оставляем побольше, то есть как, так же как и летом крючки вяжем обычно на поводки, делаем петлю, просто летом все это с одинарным крючком намного проще делать, чем с чертиком. То есть вот так же чертика пока немножко в сторонку отгоняем, делаем петлю, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Берем хвостик, вот этот хвостик, пропускаем, получается такая косичка, это и узелок не забываем смачивать, когда будете затягивать, чтобы было все хорошо. Берем наш чертик, который у нас свободно ходит на леске, ничего ему не препятствует. И на самый ближний крючок накидываем петельку. И ходит еще. Накидываем петельку. И потихонечку это все начинаем затягивать. Можно затягивать, я все-таки вот так сделаю, давайте. Не так, чтобы через само тело затягивать. Сперва затянем здесь, чтобы не слетело, а потом уже перетянем там, то есть вот здесь петелька, также петельку берем и потихоньку это все затягиваем. Вот мы затянули, значит, все это хорошо затягиваем, потом наш узелок сдвигаем к тому месту, то есть где крючки входят в само тело черта, чтобы нам потом ничего не мешало. Вот так вот сюда подгоняем, затягиваем и лишнее, естественно, обрезаем. Вот и все. Наш чертик готов к работе. Лесочка, она немножко жесткая, чертик висит немножко с уклоном, но это не страшно, потому что лесочка потом будет тонкая, и взял я эту леску 0,25 вроде бы для наглядности, чтобы было хорошо видно. Еще скажу, что я не являюсь сторонником того, что чтобы на крючки, то есть у нас на одном крючке узелок, и на два остальных крючка, чтобы там навешивались бусины, еще какие-то подвески люди делают, и там, ну, за счет того, что вода все-таки имеет свою плотность, и все это висит, мотается, может быть, даже как-то и хорошо привлекает рыбу, но я вот эту именно байду не люблю. Я обычно просто, сейчас у меня где-то был, вот, у меня чертик в коробке есть, еще один такой же. Вот на чертике одет маленький кусочек изоляции салатового цвета, такой серенький. Ну, чем ядовитее, тем будет лучше.
Можно сделать любую другую комбинацию, это белый и желтый, черный можно одеть, ну красный там, белый, красный, вот. И то есть как бы показать точку атаки для рыбы. Ну, очень много, опять же, любителей того, что ловят чисто на голову черта, без всяких кембриков, бусинок и всего прочего другого. Как вяжется чертик с петлей, тут тоже ничего сложного нету. Сейчас достанем с коробки, у меня тут один был. Не подготовился заранее, чертик там лежит. Что-то на нем этот. Тут недавно тоже пробовали гонять. Не получилось. О, не критично. Вот. Возьму маленькую чертку, он практически невесомый. Вот можно таких чертиков подвесить на паровоз. Сверху там 2-3 черта вниз. Ну как паровоз делается, думаю, многие знают. Кто ловит на черта, а без мотылки. Опять же, продеваем петлю. Некоторые черти я тоже подвешиваю так, как мормышки. То есть сложили пополам, сделали петлю, и наш узелок около чертика затянули. То есть получается вот такая конструкция, то есть чертик опять же по петле ходит свободно. Вот когда чертик вяжем глухую оснастку, тут тоже ничего такого особенного нет. Продели, сложили пополам, тоже раз, два, 3, 4, 5, ну, шестой контрольный, от этого хуже не будет. Лесочку также продеваем в петлю и потихоньку все это затягиваем, узел не забываем смачивать. Все. Вот и все, у нас черт висит также вертикально. Для наглядности я думаю вам все показал, все тут нормально видно. Чертик естественно легкий, не для этой лески, и леска не для этого чертика. Просто для всей наглядности видно хорошо. То есть подвязан хорошо, быстро вяжется, удобно, кому как нравится.